Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня видео-конкурс. Но конкурс не для всех, не печальтесь, это будет конкурс для тех, кто умеет работать в фотошопе и те, кто имеют какую-то фантазию для того, чтобы создавать какие-то абстракционные интересные рисунки. В общем, масштаб, не переживайте все, потому что масштабный конкурс, более-менее, я постараюсь сделать, не постараюсь, я точно сделаю к 50 тысячам, у нас очень быстро набираются подписчики, поэтому этот конкурс не за горами, а сейчас мне нужен очень дизайнер, я найду вот среди победителей, если такие будут, какого-то человека, с которым, может быть, мы договоримся и будем вместе сотрудничать. Но сейчас я сделаю конкурс для того, чтобы выявить такого, и мне нужны рисунки. Значит, я собираюсь открыть свой интернет-магазин небольшой, и мне нужно дизайн для вещей, такой принт. Его нужно делать в фотошопе, у него должны быть определенные размеры, которые я напишу под видео. Нужно сделать абстрактную картину. Что-то должно быть необычное, может быть, с моим логотипом, да, там, например, много-много моего логотипа, потом какие-то прикольные висюшки. Можно сделать, что, например, один тон какой-то, да, там розовый, к примеру, и, может быть, какие-то там звездочки, может быть, какие-то разводы такие, где-то написано Селена, 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 вот как обои, знаете? То есть, чтобы можно было это принт вот этот вот, да, такой нанести на одежду, и получилось красиво. Я напишу, в общем, все эти размеры внизу под видео, на каком холсте и с какими пикселями нужно это сделать все. Вы мне присылаете свои работы либо ВКонтакт, либо на почту, и я выберу всех, кто мне понравился, и те, кто понравится, их принты будут на моих одеждах в интернет-магазине. Соответственно, самые лучшие я вообще себе приобрету и буду носить их, и, соответственно, буду рекламировать. Ну, в общем, мы уже потом договоримся, как. Я, на самом деле, имею очень много идей абстракционных в голове, но, к сожалению, я не умею работать в фотошопе, вот в этом полноценном, да. Я вот умею все создавать, если мне выдать вот так вот инструменты, да, и я вот все создам, что мне нужно. Но, к сожалению, все онлайн фотошопы, они не делают этого разрешения, которое мне нужно. Поэтому мне нужен не только человек, который умеет работать в фотошопе, но еще и креативно мыслить, чтобы у нас немножко были схожие какие-то идеи. А сейчас я хочу посмотреть на то, что умеете вы. В общем, кто умеет работать в фотошопе, берите, делайте холст нужного размера с определенными пикселями, создавайте что-то интересное на нем, чтобы как-то это говорило, может быть, обо мне. Можно делать черно-белые какие-то. Вот видите, я вся такая тоже креативная, у меня сейчас креативная прическа, и вот такой вот у меня принт на майке, да, тоже вот интересный, классный принт, мне нравится. И вот что-то можно такое черно-белое, что-то можно цветное, но только чтобы не было прозрачного фона, то есть это вот полностью был фон, чтобы с цветом, и вот там что-то такое было. В общем, мои хорошие, пожалуйста, под видео я все подробно распишу, пишите мне на почту, если будут какие-то еще вопросы, или ВКонтакт, все под видео есть, или в Инстаграм, у кого нет ни контакта, ни почты, в общем, ну, почта есть у всех, наверное, и я жду вашей работы. Победителя я буду выбирать сама, тот, кто займет первое место, получит от меня денежное вознаграждение в размере 500 рублей, или, может быть, что-то выберет себе на эту сумму на Алиэкспресс, я отправлю, и соответственно, будет в моем магазине, и, соответственно, я буду об этом человеке говорить, рассказывать, и остальных, кто мне понравится, тоже я обязательно выделю, и мы уже с вами договоримся, но если мне принты ваши понравятся, то они также будут на моих одеждах, и, естественно, я также буду об этом говорить. Ну, а пока счастливчик будет один, так как мне нужен один дизайнер, хотя, может быть, и два, я не знаю. Ну, в общем, вот так вот. Будем общаться, договариваться и посмотрим. Жду вашей работы, давайте реализовываться как-то вместе, что-то вместе создавать. Я с вами прощаюсь, всем удачи и вдохновения, творчества. Пока!